Губкинцы вернулись из Ноябрьска, где приняли участие в ежегодном фестивале активного отдыха молодежи «Большие приключения». Они были посвящены году театра и прошли по мотивам нашумевшего сериала «Игра престолов». Программа двухдневного мероприятия включала различные состязания, интеллектуальные викторины и эстафеты. Участие в фестивале приняли 12 команд. В составе каждой по 11 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Мы находились на территории озера Ермолаевское, которое за городом Ноябрьском. Там мы разбивали сами палаточный лагерь. Нам организаторы указали на место, которое мы можем занять. Мы привезли с собой палатки, спальники, развели костер, готовили сами себе еду в котелках. И в этом мероприятии также был один из конкурсов, это гостевины называлось. Мы должны были пригласить к себе команды, угостить их, развлечь их, накормить. И мы также ходили в другие команды, смотрели, как обустроили лагерь другие команды, чем они будут удивлять. По итогам фестиваля губкинцы заняли 4-е место. Также наша команда награждена спецпризом за поддержание связи между городами, а также различными грамотами и сертификатами.